Академия кино и социального менеджмента «Эволюция». Это центр детского развития и творчества. И мы представляем новый, беспрецедентный проект, аналогов которому нет на телевидении. Детское реалити-шоу «Эволета». Ты талантлив, амбициозен. Хочешь стать звездой телеэкрана? Академия «Эволюция» ждет тебя. Мы набираем группу самых ярких, самых амбициозных и перспективных ребят. Под нашим руководством они будут обучаться в различных направлениях. У тебя есть шанс стать участником. Реалити-шоу «Эволета». Будь успешен. Нам нужна твоя уникальность. Перед тем, как приступить к занятию, нужно хорошенько размяться. Наши актеры черпают вдохновение из известных телепередач. Что вам больше всего запомнилось в сегодняшнем занятии? Ну, если я вам скажу, то мне придется вас убить. Была очень классная зарядка, потом мы смотрели Ералаш и пытались его вообразить. У младшей группы актеров очень много энергии, и поэтому сперва их нужно успокоить. На этом занятии ребята делали упражнения на развитие грации и пластики. Не было друзей, пока я не пришла в эволюцию. Убиралась дома и даже мыла потолки, чтобы мама привела меня сюда. Извините, я не могу об этом говорить. Не снимайте. На этой неделе ребята разучили новую песню. Какую они выберут к финалу? Connais.
А теперь давайте отправимся в тайную комнату, где ребята ответят на несколько вопросов. Как тебе преподаватель? Мой преподаватель очень классный, смешной, и он учит нас держаться перед камерой. Он очень веселый, позитивный. Ничего так. С ним можно раскрыться. Он очень ходить у нас в образы, и он очень талантливый. С кем успел подружиться за время проекта? Все уже подружились, и там входим, смеемся, веселимся. Я забыла. Ну, короче, много с кем. Я подружилась с девочками с нашей группы. С ними весело. На какие кружки или секции ты ходил раньше? В своей деревне я занимался в кружке танцев. Я занимаюсь плаванием уже 5 лет. Танцы, дзюдо, музыкалка. До сих пор хожу. Я 4 года ходила на танцы. Я до этого ходила еще на танцы, лидерство и актерство. Чему ты научился за время проекта? Я стал увереннее и чувствую, что превращаюсь в актера. Я успел научиться разговаривать по микрофону. Громко говорить! Я познала основу актерского мастерства. Входить в разные образы. Не надо стесняться. Не боюсь камеры. Что тебе не нравится в Академии Эволюция? Слишком маленькие занятия. Я бы хотел больше времени проводить здесь. Плохо кормят. Тут было жарко, пока нам не сделали окно. Минусов вообще нету. Здесь все очень хорошо. Идеально заученный текст – залог хорошего выступления. Мы больше не будем хулиганить. Так значит мир? Так значит мир. Что нам делать? Как нам быть? Надо лапу Теперь небольшой кусочек из репетиции старшей группы актеров. Здорово. Ты что, на полику запал? Да вот хочу я тебя набрать. Ну, скажи там какой-нибудь комплимент, так, слово за слово. Давай, давай, попробуй. Полин, ты сегодня такая красивая. То есть ты хочешь сказать, то, что другие дни я была страшная? Ну ты вообще! Угощайтесь. То есть ты хочешь, чтобы я была толстой? Ну ты вообще! Не пропустите! Отчетный концерт уже на следующей неделе. Вы смотрели реалити-шоу «Эволета». Следите за нами в соцсетях и до скорых встреч!